На архивных полках пожелтевшие от времени страницы личного дела. Здесь зафиксирована вся жизнь человека, без лишних слов, строго, лаконично, без всяких прикрас. Родился Арминак Артемьевич Ханферянс-Худяков в армянской семье в селении Большой Таглар Нагорного Карабаха. Отсюда юноша ушел в революцию, стал лихим кавалеристом, сражался на фронтах гражданской войны. Арминак Ханферянс грудью защищал советскую власть, пройдя боевой путь от солдата до командира эскадрона. Вскоре он становится служителем военно-воздушной академии имени Жуковского. В тревожные предвоенные годы он на командных должностях военно-воздушных сил в Белоруссии. Воспоминания о Худякове всегда дороги его боевым друзьям и родным. Жена маршала Варвара Петровна. Старший сын полковник ВВС Владимир Сергеевич. Младший сын Худякова Сергей Сергеевич. Брат Авак Артемьевич. Жена Сергея Сергеевича Людмила Семеновна. Боевой друг маршала генерал-майор Сергей Павлович Андреев. Сергей Павлович, вот мне вспоминается наша свадьба с Сережей, где среди гостей было очень много старых друзей Сергея Александровича, и все вот они желали Сереже быть таким же хорошим семьянином, как был его отец. И, может быть, вы расскажете о том, каким он был человеком, что это был за человек? Сергей Александрович был и очень хороший товарищ, очень пытливый, добивался, вот полюбил летное дело и очень рвался к нему, овладевал. А затем я познакомился с ним как семьянином. Познакомился с женой Варвары Петровны. Познакомился сначала с одним сыном, от второго на свете не было, потом второй. Хорошие и замечательные сыновья. Вот шли, и даже 16-летним Володя уже, понимаете, пошел в авиацию. И второй, который погиб, брат. Вот и Сережа потом пошел в авиацию. Так что замечательный пример отца и для детей был. Таким мы его и помним, замечательным семьянином, хорошим человеком, хорошим товарищем, веселым. И все-все его уважали. Причем, что характерно, он почти всех помнил, летчиков. Вы знаете, он очень и очень любил людей. Кто бы к нему ни обращался, он никогда человека не оставлял, вот, чтобы он не помог ему. Я помню, вот был эпизод такой, приехала, значит, какая-то, ну, жена летчика какого-то, он находился у Сергея Александровича в 1-й воздушной армии. Она приехала с эвакуации, это был 42-й год. Ей там очень плохо жилось где-то, у нее двое маленьких детей. И она приехала и говорит, что вот муж не пишет ничего, не знаю, где он и что, погиб он или что, нет ни аттестата, ничего. Мне, ну, Сергей Александрович как раз был дома, поговорил с ней, все, он тут же дал ей 500 рублей денег. Устроил ее в гостиницу, вот, и, значит, сразу на фронт поехал, разыскал он этого летчика, ему сказал, что поезжайте, устройте семью, оставьте аттестат семье, чтобы я приехал, я все проверю. 14-летний сын маршала Виктор рвался на фронт, никакие уговоры не помогали. А 2 сентября у меня как раз утром рано приходит приятельница. Но я вижу, что она какая-то не в себе, знаете, волнуется, все. Я говорю, нет, что-то случилось. Я говорю, ты скрываешь, что-то случилось с Сергеем. Я же не думала, что Витя погиб. Я думала, что муж погиб. Вышла в столовую, смотрю, там сидят врач, сидит адъютант Сергея Александровича, еще какой-то полковник. Я к ним, я говорю, Сергей Александрович погиб. Они говорят, нет. Очень тяжело ранен Витя. Ну, и я, знаете, здесь уж просто не помню, потеряла сознание. Потом, когда уже прилетел Сергей Александрович, привезли 2 сентября, его в гробу привезли. Прилетели они все. Сергей Александрович мне сказал, что вот он был убит сразу, только 10 минут бился пульс. Ну, хоронили его здесь.
на Новодевичьем кладбище. За боевые заслуги он удостоился правительственной награды. Победоносное шествие советской армии продолжалось. Уже над многими странами Европы, сбросившими с помощью советской армии фашистское иго, развивалось знамя свободы. В феврале 1945 года главы великих держав-союзников съехались в Крым на Ялтинскую конференцию. В суровые дни войны особенно ярко проявились полководческие способности Худякова, уже ставшего маршалом авиации. В составе советской делегации советником по авиации был маршал Сергей Александрович Худяков. О своем боевом друге вспоминает маршал авиации Сергей Игнатьевич Руденко. Сергей Александрович Худяков, маршал авиации, начальник главного штаба военно-воздушных сил Красной Армии. А ведь окончили мы с ним академию более 40 лет тому назад. Это был живой, жизнерадостный молодой человек. По окончании академии служба нас разбросала в разные стороны. Он был в Белоруссии, я был на Дальнем Востоке. Грянула война. И мы оба оказались на фронте. И даже на одном фронте, на Западном. Он был начальником штаба военно-воздушных сил Западного фронта. Я командовал дивизией. Но обстоятельства так сложились, что хоть мы и знали, что мы вместе воюем, и бумаги получали за подписью один другого, но лично никак не могли встретиться. Однажды я получил приказание явиться все же в штаб ВВС Западного фронта. Прилетел туда к вечеру, вошел в здание, где размещался штаб ВВС фронта, прошел часового в коридор, открыл в одну дверь, никого нет, во второй двери никого нет, сумерки. В третьей комнате, наконец, я наскочил на двух человек. Задав им вопрос, мне нужно командующего ВВС фронта или начальника штаба. Один из них говорит: а вы кто будете? Назвав себя, я не успел еще назвать себя, как Сережа Худяков говорит: это полковник Руденко, вот это тот партизан. Ну а партизаном он назвал, потому что я воевал 2 месяца в составе фронта, ни разу не был на глазах у начальства. Сидели, побеседовали, как говорят, по душам. Это был очень откровенный, прямой человек. Вот. Ну а тем более по старому знакомству. Многие годы летал вместе с маршалом полковник авиации Вениамин Васильевич Малафеев. С Сергеем Александровичем мне пришлось работать в течение 3 лет, начиная с апреля 1943 года по декабрь 1945 год. Ну, мне хочется рассказать о Сергее Александровиче как о летчике. Во время Великой Отечественной войны Сергей Александрович часто выезжал на фронт в качестве представителя Ставки Верховного Главного Командования. Ну, он бывал на таких фронтах и при проведении таких крупных операций, как на Курской операции, Белорусской операции, взятии Киева, дальше форсирование Днепра и в ряде других операций. Ну вот в связи с этим ему часто приходилось летать по всем фронтам. Причем Сергей Александрович летал не просто в качестве пассажира, а летал он, то есть пилотировал сам лично свой самолет. Несмотря на то, что он имел такое высокое звание, как маршал авиации, и высокую должность, летать он очень, очень любил. Весь авиационный мир знал его мужественным и талантливым военачальником, скромным и задушевным человеком. Таким он и останется в памяти народа,
Сергей Александрович Худяков, конференц.